Ой, у вишневому гайку то соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Зайшла в сад, у нас все цвітет. Вишні, черешні, уже груші розпускають теж цвіточки, яблуні. Красиво. Не могла с вами не поделиться. Вишня прямо как невеста стоит. А у нас цветут сады. Украина вся в цвету. Черешни вот так выглядят. Разве это не красиво? Это просто обалденно. Слива тоже распустила свои цветочки. Уже кукушка кукует. Осы, пчелы. Все летает, все жужжит, все шевелится. Медок собирают пчелки. А вот и наш вишневый гайок. Только это черешневый гайок. Вот такой небольшой у нас сад возле дома. Черешневый. Цветут черешни, конечно, в этом году замечательно. Пчелы роятся, трудятся черешневого сада. Правда, красиво. Только Пасха прошла, все ожило, зацвело, засуетилось и зашевелилось. И в нашем грушевом саду уже начинается оживление. Некоторые сорта груш распустили цветы. Букеты стоят. Я все время, в такое время года, думаю о том, что, мне кажется, мы живем в раю. Зимой так было все неприглядно, пасмурно, серо. Начало весны тоже ничего хорошего с собой не принесло. А сейчас рай. И он у нас, возле дома. Такой небольшой обзорчик сегодня сделала по саду. Сама природа, кажется, озвучивает это видео.